Запустившийся в прошлом году в Аркалыке мясокомбинат до сих пор не работает в полную силу. Дорогостоящее оборудование загружено лишь на 40%. И, как выяснилось, предприятию не хватает сырья. Почему фермеры не сдают скот на переработку и как бизнесмены пытаются решить эту проблему, узнавал Артем Грапов. Сейчас этот цех простаивает, а мог бы производить до тонны вкусных мясных консервов в день. Импортное и совсем недешевое оборудование запускают всего раз в неделю. В сутки наша мощность, мы можем 50 голов скотины забивать. Но сейчас вот зима, вот это все, у нас сырьевая база немного остановилась. Появление мясокомбината для Аркалыка, да и всего Тургайского региона, событие грандиозное. Его называют отправной точкой развития мясного кластера. Ежесуточно здесь должны производить 10 тонн продукции. У нас сейчас где-то на 40% загруженность есть. Для животноводства Тургайский регион считается благоприятным. Здесь никогда не ощущается дефицит поголовья. По официальным данным, в этой местности насчитывается около 100 тысяч голов крупного рогатого скота. Но местные жители не спешат сдавать коров на мясокомбинат. Говорят, цена не устраивает. К нам часто приезжают с юга, закупают скот. Они предлагают нормальные цены. Минимально дают 190 тысяч тенге за голову. В этом году телят даже забирали по 150 тысяч. А Аркалыкский мясокомбинат предлагает 130-140 тысяч. Рынок диктует свои правила, но и мясокомбинат не может завышать закупочные цены. Тогда себестоимость продукции взлетит, а для молодого предприятия это не лучший выход. Поэтому переработчики строят свою откормочную площадку. Одновременно содержать там будут 7,5 тысяч голов крупного рогатого скота. Уже несколько бытовых корпусов мы уже построили, поставили. Поэтому сейчас ближе к весне уже начнутся земляные работы, ограждения, металлоконструкции. Как бы все работы уже налажены. Сдать проект планируют уже в сентябре. Это позволит мясокомбинату выйти на полную проектную мощность. А в будущем появится возможность расширить производство. Артем Грапов и Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, Хабар 24.